Рубль? Нет, конечно. Хорошо, спасибо. Если сказать, ну заткнись там, хватит, сколько толдыч, сейчас что, тупая, что ли? Ну, то есть что-то подобное начнешь выражать, конечно, тогда скажут, ну ты грубовато тут. Ну, а если действительно тебе понятно, тебе подскажут, да все понятно, хорошо. То есть, ну, понятно, так понятно. Да, а вот если после того, как ты подскажешь, понятно, и тебе продолжают все равно объяснять, вот здесь уже можешь не останавливать. Уже можно не останавливать. Уже слушай, улыбайся, ну, слушай. Может, какую-то деталь услышишь, которая действительно была непонятна, окажется теперь хорошо, что и 18-й раз уже повторяю, дошло наконец-то тебе, что, оказывается, вот оно. Вот, значит, я не должна эгоистически как бы закрыться. Вот мне понятно? Конечно, конечно, ага. Да. Спасибо. Вы не боитесь. Вот, в этом вот, случае вот главное не бояться, что если вам повторяют вновь и вновь, то считают вас тупыми. Спасибо большое. Ведь вы тут же зажигаете 17 этой мысли прежде. За кого вас принимаешь? Что он повторяет и повторяет? Да что же, за кого меня держат тут? И начинаете там пыхтеть, как паровозы такие. Нет, как раз не надо. Спокойно, 40-й раз там стоит и повторяет. Не бойся, что-то раз там локон сбился, мне поправило, там дальше ковыряешься, она там тебя толдычит одно. Спокойно принимай, ну что, тут нормально. Ты же пришла помочь, вместе что-то сделать, значит, главное дело. Если тебя из рук это не выхватывает, значит, есть возможность сделать. Мало ли что там, ну, говорят замечательно. Не пугайтесь, потому что главный конфликт нередко возникает от того, что вы сами додумываете негативный образ к тому обстоятельству,